Черт, и где этот насыльник, блин, туда-сюда пропадает? Где же он, блин? Надо найти его как можно скорее. Нужно сдать мне скорее задание. А то, не дай бог, я все упущу. Здорово, незнакомец. Чувство такое. О, это ты! Да неужели, блин? Я-то уж думал тебя уже скорее искать. Что ж, давай я тебе кое-что расскажу. Есть тут у меня одно делишко. Не хочешь помочь? Конечно, а что такое? Да вот тут один очевидец приходил и говорил, что тебя видел, когда ты сражался с пиратами. А, ясно было дело, ясно. А что такого все равно? Что такого могло произойти, если бы я не уничтожил этих гребаных пиратов? Блин, ну что же я мог сделать? Благо, хоть я смог их остановить. А чего он пришел к тебе? Не знаю. Да вот я ему одно задание дал, дабы найти бы все скорее. Но я не знаю, смог же он его выполнить или нет. Так что ты должен якобы ему помочь. Найдешь его? Вопрос. А где мне его искать? Честно, я сам не знаю, куда он ушел. Но он, скорее всего, отправится в порт, дабы найти себя поскорее. Так что иди туда и найди его побыстрее его сам. Эх, ты издеваешься надо мной, незнакомец, да? Ну прости, к сожалению, у нас вот такие вот дела. Если найдешь его, то он даст тебе задание, которое я ему дал. Выполнишь, надеюсь? А что за задание? Он тебе расскажет, когда ты его найдешь. Ладно, уговорил. Отправляюсь в порт, дабы найти его поскорее. Ну и где этот гребаный, черт возьми, мореплаватель? Я уже 3,5 года его жду, а он до сих пор его нет. И как он вылезет, неизвестно. Мне не сказал, черт возьми, этот незнакомец. Погоди, ты наследник? Ты тот самый мореплаватель, все верно? Да, это я, наконец-то я тебя нашел. Я думал, ты наконец погибнешь, что ты наоборот жив. Я сам этому не удивлен. Так что за задание, которое передал тебе незнакомец? Можешь сказать? Держи. Это записка от него. Если выполнишь, то все активируется. Он сам мне так сказал. Что-то мой незнакомец очень уж подозрительный. Ладно, выполню его дело, дабы наконец-то все это усвоить. Что за странная записка, написанная незнакомцем? Что он задумал? Если он что-то задумал, то нужно, к сожалению, ему опять им явиться. Не дай бог, что-нибудь он натворит. Опять. Так, я вернулся в штаб. Проклятие. Его нет, блин, здесь. Куда он ушел? Неужели он в купол свалил? Или он опять, блин, прыгнул во времени? Блин, что за хрень? Ладно, попробую Бола найти. Может, он мне что-то объяснит. О, здравствуй, мой наследник. Чего ты ко мне пришел? Надеюсь, не посмотреть на ту самую купу снова и снова. Да нет, к сожалению, Бола. Я пришел за другим. Можешь объяснить, что это за хрень? Ага, похоже, я знаю, что это такое. Тебе, видимо, опять придется это сделать. Опять прыгнуть во времени? Да нет, это совсем другое. Многие думали, что записка, написанная незнакомцем, это полная чушь. Но на самом деле, это нечто другое. Все думали лишь об одном какой-то из дурацкой истории. Да и сам я, честно, сам в эту хрень не верил. Но знаешь, я потом тут кое-что узнал. А однажды, когда он был в Купре, он мне сказал, что хочет посмотреть на весь мир с одной стороны, дабы, надеюсь, его увидеть полностью. Он сам лишь однажды выходил за пределы купола, когда он ушел в храм. Но, к сожалению, он дальше его и таки не пошел. Даже ни в династию, ни в легион. Но знаешь, мой дорогой наследник, если ты, конечно, поможешь ему выполнить это задание, то я буду иметь честь с тобой, что он полностью изучит этот, черт возьми, мир. Ведь он, к сожалению, разве что знает только вестников, а от остальных не знаю, разве что только их судьбу. Ага, похоже, я понял, что задумал незнакомец. Ладно, Бола, 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 Бола. Пошел, к сожалению. Надо искать и, конечно же, выполнить это, черт возьми, задание. Похоже, незнакомец хочет полностью изучить этот, черт возьми, мир. Но зачем вопрос ему это нужно, если он и так вроде как бы знает судьбу всего мира? Может, что-то он до сих пор не знает какие-то старые места? Может, наоборот, он хочет докопаться меня, надеясь узнать от меня какую-то информацию, какую-то местность? Неужели? Но я выполню, к сожалению, его дело. И нужно это сделать. И, пожалуй, я начну с самой первой цели, когда я перевелся в этом мире. Начнем с Легиона.